Вечер вторника глава региона Сергей Морозов провел на свежем воздухе в Меликесском районе. Губернатор прошелся по полям сельскохозяйственного кооператива имени Крупской, ознакомился с состоянием озимых культур и обговорил с руководством планы на будущее. В том числе создание комфортных условий труда для сотрудников и обновление техники. Удобрения внесли на 30% больше, чем в прошлом году. Мы также в этом году уже закупили новую технику, дополнительно 2 КС-5 Джон Дира. Сейчас они уже оплатили, соответственно, ожидают дополнительно 12 КАМАЗов специальными. То есть техника обновляется, парк обновляется. Вложено порядка 117 миллионов, да? 170 миллионов у них вложено только на посевную компанию. Вот. Ну и плюс по всему, дальше они сейчас еще модернизируют машино-тракторный парк, соответственно, в этом плане. СПК Крупский уже выходит сейчас на новый итог развития. Вот уже несколько лет Меликесский район является абсолютным лидером по площади сева. А несмотря на смещение срока сева, аграрии ожидают неплохой урожай. Общая площадь сева по яровым составила порядка 70 тысяч гектар. И общая сложность, соответственно, с учетом уже озимых культур, общая площадь посевная составила 117 тысяч гектар. Ну а первое место у нас занимает по темпам сева и по завершению посевной кампании — это Новоспасский район. Он является у нас лидером уже на протяжении нескольких лет. В целом весенняя посевная вышла на финишную прямую. Засеяно 99% всех площадей. Это 634,5 тысячи гектаров. Вместе с Меликесским и Новоспасским районами яровой сев завершили хозяйства Барышского, Индинского, Николаевского, Старомаинского и Терингульского районов. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.